Улица Кирова – одна из самых загруженных, особенно участок дороги от центра бытовых услуг «Орион» до кафе «Визит». Ежедневно в этом месте сотни кузнечан нарушают правила дорожного движения. Водители не пропускают пешеходов, а те, в свою очередь, переходят дорогу в неположенном месте. Задача сотрудников ГИБДД – предупредить правонарушения и разъяснить горожанам, так делать нельзя. В ходе первых минут профилактического рейда более 10 кузнечан нарушили правила. Среди них и Наталья. Торопилась в магазин очень сильно. Ну и как вы в дальнейшем будете себя вести на дорогах города? Будут проходить через пешеходный переход. В период с 21 по 30 января в целях предупреждения ДТП проводилась профилактическая операция «Пешеход». В ее рамках сотрудники ГИБДД задержали более 500 водителей, нарушивших скоростной режим. К административной ответственности было привлечено порядка 100, если точно сказать, 103 пешехода. Угу. Далее также было 88 водителей привлечено к административной ответственности за непредоставление преимущества движения пешеходам. Если вы все-таки по каким-то причинам переходите дорогу в неустановленном месте, торопиться не стоит. Вот яркий пример. Женщина в состоянии алкогольного опьянения перебегала дорогу и поскользнулась. Благо, она смогла дойти до обочины, а инспектор ГИБДД помог ей подняться. Вывод один. Лучше пройти несколько метров до разметки. Это спасет вас от ДТП. Прежде всего, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, чтобы пешеходы, согласно правилам дорожного движения, переходили проезжую часть. Вот. И как бы водители были более внимательны на дороге. Административный штраф за переход в неположенном месте составит 200 рублей. Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».